Здравствуйте. Белорусы. Из рок-н-ролл на них. Из нововведений. Проходи сюда. Смотри просто. Ну, ты просто, пожалуйста, сопоставь картинку, ой, сколько их было и сколько их стало. Моя мечта сбыла. Идем дальше. А, подожди, сеструху-то надо показать. Здорово, друзья. Всем привет! Как ваши дела, ребята? Все в порядке? Это очень здорово, что все круто. Это... Там сидит секретарь, туда заходить нельзя, пишет нам поддельные документы. Мы сегодня едем куда? В Беларусь! У нас там, правда, концерт, но считайте, мы едем отдыхать в том числе. Алло, алло. Нужно нам, конечно, вещи собрать. Я ждал тебя с камерой, чтобы это делать, да? Спасибо большое за то, что достали гитару, иначе концерта бы не было никакого совсем. Слушайте мою музыку, очень круто. Как найти Ваню? Как найти меня? Кто, а что не так в розовой футболке, бежевых штанах и желтой куртке? Все не так в этом. Нет, Ваня, розовая футболка вообще выкини из... И чистые кеды. Какие чистые? Где я тебе чистые возьму? Смотри просто. Ну, ты просто, пожалуйста, волосы положи, куртку, куртейку. Чем мне нравится эта футболка, ребят, скажите, пожалуйста, напишите в комментариях. Она шикарная. Друзья, в общем, к нашу шикарную команду присоединились еще четверо. Внимание, Родион Мергасов, иммигрант из региона, а.к.а. Папаша. Папаша — это такой очень близкий мне человек. И это как раз таки мой менеджер. Миша Смирнов, Sound Production. Для меня это гениальный тип, который пишет шикарную музыку. Вот, с чувством юмора обалденным. Архип Лебедь. Клоун. Клоун. Архип Клоун. Кирилл Латыпов, организатор всех этих случайных криков общества. Слушай, ну он такой, это самое... такой, типа, ватненький, непонятно кто он. Ну и, конечно же... Мой лучший друг, а.к.а. оператор сегодняшнего влога, Андрей Шевкунов. Андрюха для меня открылся, на самом деле, как классный и талантливый оператор. Ну и Миш. Миш. Привет. Наш водитель — это просто вау, пушка, бомба, гонка. Короче, просто посмотрите на наши хоромы, пацаны. Чтобы вы знали, я могу стать в полный рост. Мы, пацаны, ну чё, как оно, уже так долго едем уже. Уже почти на границе с Беларусью. Вступил в говно и воняет на весь автобус. Мы где-то возле Коста-Рики. Да, это покажи. О, понюхай ботинок, это трэш. Так возьми влажные салфетки, да подотри. Руками? Короче, мы просто все очень хотим. Мы решили остановиться на заправке. Вас сосиски? Почему мы очень похожи на русских рейдеров? Гайз, скидываться на Цивифакт и будет оплачивать чек за сосиски. Сучки. Блин. Ну это же мы прикидывались, да, пацаны? Ну да. Она же больше тебя! Я тоже. Брод, ты влезешь, ну вот черт. Время 6:17 утра. Мы уже там, где мне Билайн присылает сообщение. Будь на связи в поездках по России. Короче, я сейчас поговорил с водителем нашим. И знаешь, что он мне сказал? У кого-то. Он говорит, но он почему-то на меня смотрит. Ну это очень странно. У кого-то проблемы с документами. Зато смотри, какая природа. Очень красиво, шикарно. Да. А почему мы не можем остановиться и на этой шикарной природе прям? Может, не отмени сейчас, я тебе скажу. Андрей. Короче, нас остановили менты. Походу, здесь тоже самое. Точнее, это пограничный пункт. Походу, видимо, нелегальным способом. Мы никуда не попадем. Японский бог! Парни, нам сейчас сотку лишнюю фигачить. Ну это, конечно, отстой. Я не знаю, что делать. Конечно, интересно. Ну а что они делают? Крюка навернуть и все, и дальше ехать. Вопрос только единственный, мы попадаем опять на официальную границу. И здесь опять возникают вопросы с документами. Ну значит, пойдем под дурака. Ход конем сделаем. Ну, короче, можете расслабиться, ребят.
сегодня будут веселые покатушки. Ну, должен быть какой-то вариант, не можешь все так обломаться. Ты хочешь обратно ехать? Он еще... Да, обратно быть. Едем на границу, если не проходим, то домой. Скоро. Да все прокатит у нас, ребята, с Богом. Рок-н-ролл. Короче, меня поставят на скейт, привяжут к машине. И когда машина будет достаточно на пограничнике, я улечу, короче, туда. Просто в светлое будущее. Вот это прикол, просто. Нам сказали стоять, ждать, как нам подъедут. Короче, это вообще просто пипец. В такие ситуации меня жизнь еще не заносила. Ну, все бывает первый раз. Короче, я, честно говоря, не знаю, как на все это реагировать, потому что... Проблема-то, собственно говоря, во мне, в моих документах. Из-за этого мы сейчас наворачиваем просто какие-то странные движения вокруг, возле границы. Вот. Но мы решили проехать через обычный пункт. Вот. Ну, это, конечно, отстойная тема вообще. Нам типа там предлагают какие-то сумасшедшие идеи, но мы не хотим ни во что ввязываться. Вот не хочу я на поляне. Боже мой! Иначе зачем? Мы пересекли границу. Это жесть. Не, это знаешь, мы едем как в том видосе, где 4 чувака в спиво вот так. Ну скажем, мы ехали по дороге, мы ехали все как положено, нас встретили погранцы, говорят, вам туда, и мы поехали туда. И все, и вот мы едем. Вот, я не на третий день. Да. Мне кажется, это были какие-то левые погранцы, которые просто... Нет, мы снимаем клип, пацаны. Нет, мы дети, едем в сексуальное рабство. Все, мы на главной дороге. Господи, мы прошли это испытание жуткое. Здорово, ребята. Мы, в общем-то, доехали с кровью, потом, с землей в сапогах. Доехали. Стрель, добро пожаловать. Паспорт. Найден. Я уже думал, потерял. Мы поднимаемся на наш этаж, собственно говоря. Уже страшно немного. Так. А, ну... Проходи. А, ну, старый. Так, больше моей квартиры. Не чуть-чуть. Кухня. Так, интересно. Погнали на второй этаж. Боже мой, как все сделано. Превосходно. Блин, ты посмотри. Ты посмотри, просто торговый центр. Так, ну это получается ясень. Красная моя спальня. Вот. Там у меня утюг, все это тюрик можно. Выход на балкон. Самое главное, толчок. Толковый. Да ладно, что, серьезно, такой большой? Да ну на, ты прикол. Это... О, ты здесь работать будешь? Да я, нет. Лекарство, везде загорелся свет. На удивление, здесь даже свет есть. И вода холодная и горячая. Туалет. Воу! Сауна. Ну-ка. Нормально, звук хороший. Так, идем дальше. Пипец, я уже устал ходить. Картины какие-то, посмотри. Ну, это вот спальня номер 2. Welcome. Извините. Никого. Получается, где мы еще не были? Просто я допускаю этот вариант, что мы где-то еще не были. Эй! Короче, у нас есть немного времени перед чеком. Сегодня у нас только один концерт, мы выступаем. Но чувствую, релаксировать здесь можно. Ой-ой-ой, как. Вот, короче, будем проводить время круто. Я очень хочу кушать. Очень хочу переодеться.
Вот, короче, планов много. Меньше дела, больше слов. Вот, больше дела, меньше слов. Мы погнали это обедать, того самого червячка заморить. Вот, потому что кушать очень хочется. Но, учитывая то, что вы уже видели, я не знаю, будет ли что-то еще интереснее в этом влоге, правда. Я очень надеюсь, что будет. Мы открываем меню, посмотри на цены. 5 рублей 0 копеек. Сколько 1 рубль здесь? 28.82. То есть салат стоит 140 рублей. Чего? А у нас не все включено, Ред? Здравствуйте, скажите, пожалуйста, сколько стоит президентский номер? 2000 рублей в сутки. 2000 рублей в сутки – это 28 тысяч рублей на российские рубли. Примерно. Супер, спасибо. Пошли. Ну, кстати, а по обеду так не скажешь, если честно. Офигенно поели. Офигенно поели, гуляш просто максимально. Офигенно поели. Хлеб был очень вкусный. Сейчас будем снимать реакцию пацанов на наш номер. Не может быть. Ладно, мне их жалко. Спасибо. Идем дальше. Ты чё, опять пьешь воду? Блин, это все это. Ребят, тащите воду, реально. Ну сейчас вода будет. Ты ж понимаешь это. Вставай, да, в трусик. Ну посмотри, вот штаны, улики на полу. И дай мне воду для зарядки. Матань, мы пригнали на чай. Что у тебя там работает? Я бы сделал сейчас вот так вот. Вы добавили голос? И чуть-чуть потише, вот так, чуть-чуть, саму капельку потише плывем. Мы, короче, пригнали на русское радио, что удивительно, даже в Белоруссии каким-то образом мы снова на русском радио. Вот. Снова наливаем, снова дуем щек. Снова щели рим, снова горячо. Но я не вижу щек. Если вы хотите шоколад, забирать его, я его не буду есть, я буду делать человечка. Как это было зашло? Фига, у него уже это 24. У меня такое уже было. Завтра в СМИ. Почему это Ваня стонет? Завтра в СМИ напишут. Ваня Матвенко, кто стонет. Парень трахал шлюху. Как это открываешь? У меня. Ты не смотришь, что не получится. Соси. Я специально. Вставайте, пацаны, давайте мизинчики. Я желаю нам хорошенько сейчас выступить, потом очень хорошо отдохнуть, завтра очень вкусно поесть. Очень хорошо доехать. Уехать после 12 часов просто, потому что чтобы мы все выспались. Я вас очень люблю, спасибо, что вы сегодня здесь со мной. Спасибо, дай Бог нам всего самого лучшего. Ура. Глеб, 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 Глеб! Все, мы сейчас готовы вылетать на сцену. Оказывается, что никто из людей там не знает, что я там буду. Встречаем Иван Андреевна! Сегодня здесь с вами, Поехали! Ты Венера, я Юпитер, ты нас моя пицца, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты нас моя пицца.
своей подругой навечно. Я знаю твои траблы отлично. Отлично делаешь все непритлично. Самая красивая, но истеричка. Так и не врубилась, да, так и не врубилась. Твое сердце билось, да, а мое разбилось. Ты стерва моя, ты так бесишь, что люблю тебя. Целуй меня, я так по тебе соскучился. И может быть сердце так бьется. Короче, ты просто не снял, как мы только что пришли сюда и решили провести конкурс, и мы играли то, что все вместе в чехарду. Давай. Но это еще не все. Короче, мы решили просто после концерта прийти к ребятам, которые справляют вкной, ребятушки, и песни почилить. Ну, короче, пришли мы в баре хоккей играли. Зипал, нет попыт. Это было хорошо. Не на время, даже не на долго. Не на неделю, и точно не навсегда. Что, короче, задружились ребята. И стараемся, короче, провести типа там на этаж. Вот думаем, что делать. А где Ваня? Ваня, где Ваня? А где пацан? Я не видел сквот, я, блядь, Миша. Короче, в общем, проход в наш номер находится вон там, вот за эту хрень. Если вы, короче, это девчонки, надо, короче, просто туда зайти. Ладно. Если это... Чертовски обидно. У нас забрали девушку, короче. Блин. Мы ее провели. Очень милый. Лежа, пришли два охранника такие, ребята, что непонятно, мы вам сказали. И забрали ее. Погнали вниз, тупо чтобы побесить, короче, ну, уже людей. Нам уже тупо нечего делать. Пацаны, мы еще не... Да я не могу по-другому. Подождите, она типа, она типа делает, видишь, что она нас не видит? Читаю, Вань. Попытка. Мы, короче, поехали, все. Машину сели, я поел. Пацаны сразу дали храпака, а я спал. Вот я думаю, сейчас я один здесь спать не буду. Кто-то еще со мной. Ну, это сейчас тоже самый первый. Короче, мы подъезжаем к границе. Очень надеемся, что мы сейчас просто прямо проедем. Паспорта покажем и поедем. Ну, не получится, мы узнаем дорогу домой. Вот. Это было какие-то изменения. А вы как сюда проехали? Нормально. Нет, ну, у нас по договорам. Ну, все. Список у вас есть? Да. Ну и все. Так же и проедете. Спасибо. Ничего не меняется. Спасибо. Люди, которые сейчас смотрят это видео, вы вообще можете поверить в то, что это все произошло практически за сутки? Чуть больше, полутора суток. За часов 30. Вчера мы были в Вчера мы еще были в Москве. Сейчас мы опять в Москве. Ребята, мы приехали домой! Ой! Адски тянусь. Очень приятно. А по пацанам еще ехать до их дома, а я-то уже у себя дома. Ну что, друзья, вот это и конец нашего сверхмощного, удовлетворительного, обворожительного путешествия. Я надеюсь, что этот ролик заслужил вашего лайка, пацаны. Бесконечность закончилась. И заслужил вашего дизлайка. Спасибо вам большое за просмотр. До встречи на следующих путешествиях. Всем пока!